Чем могу служить? Я поговорю с ними, милорд. Подожду до утра. Да. Мы вернемся с победой. Никаких вопросов. Осада так осада. Мы ждем приказа о штурме. Приказывайте. С нами Бог! В атаку! Господь дарует нам победу! В атаку! Войны, ждите приказа. Легкая конница! Копейщики! Наши лестницы уже у стен! Лучники! Все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Секунда! В атаку! Бегом! Вперед!
Извините, милорд, но осадные орудия не будут работать сами по себе. Наши воины доказали свою храбрость. Вражеские стены захвачены. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. За атаку! Бегом! Оставить панику! Отпустите лучники! Остановитесь и Сарай, Сарай!
складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Хвала святым угодникам! Мы захватили город! Восславим Господа! Вражеский полководец убит! Эта победа прославит доблестных и отважных воинов Господа. Победа! Восславим Господа! Господь даровал нам победу! Что прикажете, Ваше Величество? Жду приказаний. Приказывайте. Что прикажете? Мой король. Слушай. Какие будут поручения? Да, милорд. У вас есть предложение для моего короля? Ваши условия более чем... Еще одно мудрое предложение. Нет, конечно же. Я вас внимательно. Давайте не будем. Мы очень ценим ваше внимание, милорд.